Всем доброе утро. Сегодня 5 июня. А я подстригла челку. Сейчас так сделаю, чтобы не мешала. Она у меня отсюда вот так вот я сделала. Ну ничего, привыкну. Давно с челкой не ходила. У меня сегодня выходной. Что у меня по плану? Должна быть доставка. Я же теперь почетная, прям покупательница Валберес. Ну, никогда раньше не заказывала, никогда. Все началось вот с порошка, который мама просила, кислородного. Там есть все. Практически каждый день туда хожу. Мне нужно кое-что для волос с косметики. И я заказывала девочке, хочу подарить полезные и вкусные сладости. Она такая вся прям спортсменка, ручной работы. Написали сегодня-завтра, а косметика сегодня. И зайду еще в магазин, нужно купить сливочное масло и посмотреть форму на 22 сантиметра диаметр. В фикс-прайсе ничего не было. Вот в пятерочку еще зашла. Сейчас покажу, что купила. Как непривычно. Она у меня, знаете как? Ее можно, так вот если сделать, в стрижку. Ладно, сейчас не вижу, вот так вот. Я ее могу сделать, так она переходит. Такая челка. И еще у меня будет сегодня апельсиновый пирог. Мне не хватало, вот ванилин взяла, лук для печеночного паштета. Ну, это как всегда. Огурчик и муки у меня уже там мало оставалось, решила подкупить. А печеночный паштет хочу сделать, потому что мне эта колбаса надоела. Я понимаю, что там в колбасе нет колбасы. Уж лучше что-нибудь натуральное на тост с утра мазать. Ой, сейчас шла. Думаю, что я так смеялась, сейчас расскажу историю. Иду с фикс-прайс, а здесь такая аллея. Деревья и такая узенькая дорожка. Ну, такой тихий район, все равно. Такого опасности прям вот нет. Иду тут с утра пораньше. Двое мужчин, ну, таких 60, таких пенсионеров. Пьяные друг друга, прям буквы А. Друг друга поддерживают, а дорога-то узкая. И вот один так мне: добрый вечер. Я думаю, утро. Я говорю: добрый вечер. И второй вот так вот с этой дорожки хочет меня пропустить и так вот качается. Я ему говорю: ну я уже решила посмеяться. Я говорю: аккуратней. Поворачивается, он мне говорит: так и я о том. О том, ну так вот, вот это говорит, и я о том, он еле языком, и я о том. Хорошо, я не буду время тратить, а то опять ля-ля. Пошла в магазин. Половина заказа. Только Валберес пришло. Ну ладно, зато купил, что хотела. Сейчас подхожу, когда к магазину, и прям в дверях на корчиках. И еще сидит один, тоже. Ну, видно, ему так плохо. И прям я так: слушай, купи банку пива, дышать не могу. Ну, и в этот раз я даже ничего не ответила. Понедельник, день тяжелый. Ну, все, докупила. И нужно уже кофе попить и позавтракать. Потому, ну, время уже сколько. А у меня ни крошки во рту. Вот что я докупила. Сливочное масло, кефир. Нравится мне вот такой жидкий. Я очень густой не люблю. Типа домика в деревне. Если что, на оладьи пойдет. Моцарелла, лимон, сметана, молоко и бананы. Опять решила кофемашину не пользоваться. Сегодня чайник поставила. Так, помидоры у меня будут. Моцарелла. Как хорошо без масла. А сделаю я два. Пускай, что с ним будет. Отлично, как быстро все. Приятного аппетита.
позавтракала. Сейчас перерыв 5 минут и начну делать пирог. Но дело в том, что я не нашла эту форму, которая нужна была мне, именно 22 сантиметра. Что я сделаю? У меня вот эта вот старая сковородка, которая была, она же нормальная, если для запекания. Там съемная ручка, так и написано было. Для запекания только ручку снимите. И все равно выпекается на пергаменте. Если этот рецепт мне не подойдет, потому что там он маленький, на 22 сантиметра, конечно, диаметром, то я знаю еще один рецепт. По-моему, апельсиново-лимонный. А паштет из печени я уже сниму тогда, как обычно, коротким видео. Рецепт выписала, чтобы не ошибиться. Так, ну, начнем. 100 грамм сахарного песка. Как понимаю, можно просеять, можно нет. 300 грамм муки. Я приготовила разрыхлитель, 1 чайная ложка. Перемешать написано. Так, нам нужно холодное сливочное масло, 90 грамм. Перетереть вот в такую крошку. Добавляем одно яйцо. Написано, что оно должно быть холодное. И также дальше перетираем. 3 апельсина, 700 грамм. Надо почистить. Теперь нужно нарезать на кубики и сок не сливать. Все уйдет в начинку. Он нам потребуется. Сахар 70 грамм. Я взяла поменьше. Можно ванильный сахар, можно ванилин. У меня ванилин. Мука 40 грамм. И перемешать. Я ее так сняла для удобства. Смазать маслом любым. Насыпала половину теста. И вот так ложечкой разровняла. Получается без бортов. Всю начинку сверху. Ничего вместе с жидкостью, ничего не разливается. И насыпаем ложкой сверху оставшееся тесто. И сразу поставила разогревать духовку. Нам она нужно ставить пирог в разогретую. Так прекрасно все засыпается. Я, если честно, немножко побольше на дно положила, когда делила на две части. Но это не суть. Почему без бортов, я поняла. Все засыпается, и так как в тесте у нас маслица, яйцо, и прям хорошо запечатается. Ну все, поставила. Пишут 145 минут, но духовки у всех разные. В общем, разогреть до 180. Посмотрим, может чуть раньше приготовиться. Представляете, только прочитала, когда я сверху ложкой второй слой сверху досыпала, там было сказано немножечко разровнять, то есть утрамбовать. Но я думаю, ничего страшного не будет. Я открыла плиту, быстро так ложкой сделала, не успела еще так схватиться, прям вот так вот примяла. Нормально будет. Красота. 42 минуты у меня ушло. Сверху посыпала сахарной пудрой. Вот что получилось. Такие ароматы, такая красота. Да, я думаю, что вкусненько будет. Ну все, паштет позже. Всем хорошего вечера. До следующего видео. Пока.